Здравствуйте. Пожалуйста, ваша ручка. Каждому входящему на избирательный участок измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и выдают маску, перчатки и ручку. В выборные дни особенно важно соблюдать все санитарные правила, ведь на избирательных участках проходит большой поток людей. У нас одностороннее движение, то есть вот человек заходит с центрального входа, голосует и выходит с той стороны вот помещения для голосования. Для чего это сделано? Ну, во-первых, чтобы люди не пересекались в потоке, да, в первую очередь, и для того, чтобы обезопасить всех, так сказать, тех людей, кто приходит на голосование. К этим правилам горожане относятся с пониманием, рассказывает Ирина Бахуринская. Никаких возмущений, как это нередко сейчас бывает, например, в магазинах, нет. Это необходимая мера, это правильно, это все должно так и быть, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности в нашей ситуации. Но не только правилами санитарной безопасности отличаются эти выборы от предыдущих. В организации самого голосования есть и другие новшества. Это трехдневное голосование. Вот обычные люди у нас выезжают на дачу, значит, и начинается вот эта вся дерготня. А тут, пожалуйста, тебе пятница, суббота, воскресенье, можно спокойно проголосовать. В Мурманской области работают более 600 избирательных участков. Каждый северянин может отдать свой голос в любой из трех дней с 8 утра до 8 вечера. Максим Соловьев, Лада Егорова, Александра Клепцова, Илья Бояркин и Борис Савельев, ТВ-21+.